Так, всем большой привет! Сегодняшнее видео Avon. Обзор на мой заказ компании Avon. 16 каталог. 16 компания. Вот. Как-то что-то мне вот такие две маленькие коробочки прислали в первый раз. Здесь я знаю, что лежит. Значит, как у меня получилось первый раз? Я сделала заказ и вот правила. Я просто не знаю. Я, кстати, сейчас у вас проконсультируюсь, спрошу совета, дорогие мои. Девчульки, значит, это правило, это вот этот заказ, по-моему, в этой коробке. Потом там по сумме посмотрела, какой итог у меня вышел, и захотела я, значит, сумочку. И думала, что вот сейчас же я сумочку оформлю. И, соответственно, ее добавят в этот заказ. Но почему-то сумочка пошла как вот другая коробка, как вы видите. Оплата, значит, получилась у нас отдельно. Здесь, значит, скидка, естественно, 20%, здесь 15% представителя. И плюс доставка. Стоит там 38 с чем-то или... Ну, в общем, я не помню. В общем, если сумка в каталоге стоила 699 рублей, дорогие мои девчонки, то я за нее, получается, отдала 698. То есть я вообще просто вообще ничего не выиграла. Черти, что произошло? Я в шоке. Настроения как-то не очень нет. Да уйдешь ты, нет, кот у меня, как всегда. И, соответственно, что-то как-то, ну, вообще. Сейчас я посмотрю. Попомяли что-то они тут все. Почту у нас закрыли. Ездила я еще в другую часть города, чтобы забрать ее посылку. Да, это-то понятно. Значит, в этой коробочке у нас идет каталог. Блин, такой красивый. Обалдеть. Такой прямоугольный, не закругленный. Классно. Это у нас компания какая? Что-то не написано. Розыгрыши, как всегда, разыгрываются. Но, если честно, я в них не особо верю. В эти розыгрыши. Я так что-то не могу в этом каталоге найти. Для меня сейчас как в первый раз. Не могу найти компанию. Но это, наверное, 17-я, да? Давно не заказывала. Я вообще уже что-то запуталась. Так. Ну да, 17. Подарки для тех, 5-10. Это 17-е. Тапки какие-то. Сколько смотрю на эти тапочки, никогда у меня как-то нету желания ничего приобрести из одежды. Единственное, что я пропустила, там были две пижамы, но я не могла оформить заказ. Получалось у меня и пропустила их. Такой вот пакетик помятый, гляньте. Ну вот как его в такой в подарок нести? Я действительно как бы в подарок все вот эту штуку хочу. Значит, гель для душа, новинка, зимнее волшебство с микрокапсулами, с ароматом малины и яблока. Интересный, конечно, аромат. Ужасные открывашки, об этом уже сказали все и вся. Вкусно пахнет. Все, такая коллекция красная. Far Away миниатюрка. Ну, тоже, как бы, наверное, ее все видели. У меня такая, по-моему, даже была уже. Может быть, даже где-то лежит. 30 мл. Не пахнет, потому что никто не брызгал еще. Так, вот такая расческа, как бы заказывала себе. Мне понравился дизайн ее, что он золотой. Золотой дизайн. Сейчас праздники, вот думаешь, дарить, не дарить. Надо было ножницы с тобой взять. Увы и ах.
вот в таком пупырчатом пакетике все это упаковано. Это я, значит, вот здесь, если вы видите, видите, значит, уже отстой полнейший. Туго открывается. Зеркало. Вот этот. Даже сейчас попробую расчесаться. Я взяла, ее хотела себе. Уже на подарок не сделаешь, потому что вот так волосы, видите, у меня остаются, дерет. Взяла сумочку себе ложить. Что-то как-то я не знаю. Мне не нравятся вон те штуки, которые я вам показала. Вы увидели. Так, а это вот такая миниатюрка омоложения NU. Система для кожи вокруг глаз, мультиуход, крем и бальзам. Здесь 15 мл. Вот. Открывать не буду. Тоже скоро праздники. Не знаю, себе оставить или что. Распродажу положили. Зачем она нам? Вот штука, из-за которой я делала заказ. Это у нас Tangle Teaser. Она такая маленькая, обалдеть. Смотрите, она еще меньше, чем у меня та розовая, я у них заказывала. Обалдеть. Еще меньше. Вот, вытащили мы. И как видите, мне привлекли эти дизайны золота. Это, кстати, светлее, и на них остаются следы рук. Одна, вторая мне привлекла. Расчесочка. Вот эту я очень хотела. Мне так нравится ее дизайн. Мне нравится, что есть здесь как колпачок. Потому что на их розовой я у них заказывала. Его не было. Вот. Как он будет расчесывать. Может быть, даже лучше. Что касается волос, то вот на розовой их не предыдущей волосы вот помятые. Помятая или отколотая, отваливается. Ну вот вроде выпрямляется. То на их не розовой, так защелкивается. На вон той волосы она дерет, волосы остаются. Предыдущая их версия. Вот. Как это будет, не знаю. Но это меньше. Мужу заказала Элли Джентльмен миниатюрку, тоже 30 мл. Попробовать, потому что мы никогда не пробовали этот аромат. Заодно и попробую. Вообще я очень люблю эти миниатюрки заказывать, и Эйвону было бы классно, если бы они делали побольше миниатюрок, потому что я насыщаюсь этими ароматами. Когда застаиваются у меня флакончики, я не люблю, а когда заканчивается, мне очень нравится. Вот все, я брызнула. Еще раз повторюсь, что я не знаю. Сейчас понюхаем. Тут ничего не написано. Не написано лимитированное. Современный аромат соткан из нот можжевельника, кардамон, древесные аккорды. О, вкусно. Вот это вкуснятина. Я думаю, ему понравится. Так, блеск для губ. Я его открывать не буду. Что-то Berry Plush или что-то. Розовый. Это я на подарок кому-нибудь на Новый год сейчас будет. Будем дарить. Ой, какой Элли Джентльмен вкуснятина. Что они тут прислали? Первые уже прислали. Деловые. Хотят, чтобы заказывали. Так, и какие-то бумаги. И на 17 еще одна распродажа. Так. И у нас тут платок. Это вот, в общем, если вы там помните, там вот с этой сумочкой, Так, я специально достала, чтобы сравнить предыдущую.
расческу Tangle Teaser эйвонскую. И она, как видите, существенно больше. Это такое, наверное, как бы домашнее использование. И здесь нет колпачка. Эта расческа уже со мной ездила в путешествие. Поэтому она уже такая поцарапанная, потрепанная вся. А это, наверное, я как поняла, что как раз вот такая и создана для путешествий. Классная штука. Я прям тащусь от этих штук. Я не знаю, как она близка к оригиналу. Вообще вот эта расческа. Ну вот. Ну потому что вот фикс-прайсовский и у подружек я пробовала с AliExpress. Это просто полное говно. Извиняюсь за выражение, что-то я такая сегодня. А вот эти расчески мне понравились. И хорошие расчески, я же говорю, я оригинал никогда не пробовала. Я не знаю, я не могу сказать. Девочки, которые пробовали оригинал, у них есть возможность такая. Вот они могут, да, сказать, как и что. Так, значит, вот к этому пакетику я на чем остановилась, у меня просто камера села. К этому пакетику я, значит, заказала вот это средство, и мне по акции с этим пакетиком подарочным шел шарф. Там такой был шарф, темный такой, черный. Вот очень мне понравился, я его многие заказали, но мне не хватило, естественно, как всегда. И он исчез, в общем, его разобрали, и мне предложили на сайте во время заказа вот этот другой, такой вот розовый, ой, фу, красный. Я вот все думаю, на подарок его или нет. Потом мы посмотрим. Это к тому, что это вот с этим пакетиком шло. Однозначно. С этим пакетиком. Далее себе я заказала парфюм новый. Там идет трио. Я выбрала вот этот золотой вариант. И у меня, по-моему, цветочный вариант. Аромат цветочный. Еще бы на русском чем-то найти. Видите, нас ущемляют как-то. В общем, я не нашла здесь ничего на русском. Увидела, что делает Польша. Потому что какая-то косая. Я все обыскала. По-моему, у меня это цветочный. Надо открывать сайт, журнал. Смотреть. Чтобы было понятно. Вот такая. Гляньте, она прозрачная. У других девочек они были затонированы. Цветная была бутылочка. У меня прозрачная. Ну, не передает, нет камера. Но вода, сама жидкость, она такая же золотая, как коробочка. Коробочка такая шиммерная. Так, парфюм. Почему я ее заказала? Потому что там, я точно помню, там в составе была амбра. Вот, все, я брызнула. Очень такой красивый, классический такой вариант. Ну, что там не придавило? Сейчас понюхаем. О, девочки, мне нравится. Вкуснятина. Блин, я не прогадала все-таки. Ну, нравится мне амбра. Вот я мужу часто гели для душа в парфюмах амбры как бы люблю заказывать. Вот это вот как-то мое. Это вот, да, это из новинок. Парфюм такой новый. Я решила попробовать. Значит, один шарф. И еще я заказала другой шарф. Там был такой, ну, чтобы было понятно, вроде как леопардовый, что ли, что-то такое. Он мне не пришел. Написано, что закончился. Сейчас. Женский шарф. Вот, Лионелла, да, по-моему. Вот номер 5, а номер 5, пятерка означает временно отсутствует. Не перезаказывайте. Он мне не пришел. 17-ю компанию я, конечно, посмотрю, но, наверное, я буду пропускать. И теперь мне нужно получать тот шарф, потому что за него это нужно будет оплачивать. Теперь нужно будет заказывать. А я, если честно, в этом каталоге заказывала так, просто чтобы меня не удалили с компании. Ну и вот, как видите, мне шарфики захотелось.
И также мне захотелось вот эту сумочку, которую я вначале рассказывала. Думала, в общем, что-то как-то ходила, и мне почему-то в глазах именно вот эта сова. Сейчас мы откроем. С головы сова, совенок этот не вылазит. Ну, думаю, ну, я себя знаю, если я сейчас не закажу, то я себе потом этого не прощу. Вот так все это выглядит. Ну вот, вот здесь вот тоже, да, если вам видно, вот уже какие-то такие штучки нездоровые. Протерто как-то. Вечно у Эйва. Так. Нитка воняет. Фу. И внутри у нас вот что. Кармашек для телефона. Не знаю, может лезть, нет. Довольно-таки вместительная. Ходить, гулять. Вот этот хороший кармашек. Эта сумка мне со скидкой вообще не получилась. Я лошара. И вот нитка. Обалдеть. Вот так вот. Это вот мой весь заказ. Вот так, чтобы было видно. Глазюки такие. Мне кажется, она такая красивенькая. Не давала она мне покоя. Такой поясок, который не снимается. Зафиксирован. Ухи. Интересно, кот что-нибудь понимает? Не понимает, наверное. Кстати, вот так вот быстро с первого раза не откроешь. Очень так фиксируется. Не знаю. Мне нравится. Так, сейчас мы с вами будем смотреть шарф. Кстати, вот этот гель. Я сейчас его сразу в ванну отнесу. Вот они, эти пузырьки. Микрокапсулы они написали. Уж очень у меня... Как видите, уже настроение новогоднее. Кстати, всех с наступающим. Конечно, не скоро Новый год, но для меня уже скоро. У меня лично уже такое новогоднее настроение. Называется шарф Дезия. Так, отойди. Ну, я не знаю. Какой-то вот он такой, он вообще на материал приятный. Вот пока новый, все. Вот такой пушистый, такой, знаете. Но, во-первых, очень красивый вот вам. Он даже камера лучше отдает, чем я вот вижу. Я вижу тусклее, а камера прям вот эти очень светлые отдает. Вот здесь, конечно, такие штучки. Он очень длинный. Мне почему-то кажется, что он потом потеряет. Такая этикетка, мадончина, мачина. Он длинный. Очень-очень длинный. Вот. Вот. Ну, это прям шарф-шарф, как шальность можно. Ну, и вот мы с вами сразу нашли изъяны. Видно, мне как-то не везет. Брюс, нельзя. Отойди, отойди. Шарфов. Я обожаю шарфы, шапки, перчатки. Шарфы на первом месте из такого. Ну что, дорогие мои, это мой заказ. Шарф один не пришел. На сумму 2800 рублей. Без шарфа. Всем спасибо за внимание. Спасибо, что уделили внимание. Да, с вами была Якбеш. Канал Морс Мурзович. Всем удачи и всем пока-пока.